Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Дай-ка сюда. Мы озвучиваем Новый Завет с толкованием блаженного Филакта. Показать вот как это видится. Вот, с разных сторон показать. Это наше издание. Каждый том 752 страницы. Это очень сильное толкование. Притом, то, что оно вместе с откровением взято. Откровение, хотя не принадлежит Феофилакту, мы включили его здесь. То есть истолкован весь Новый Завет. И плюс к тому, здесь Гюстава Доре взяты иллюстрации. 230. Вот наша, это наша раскраска, все. Так вот. Я говорю об этом. Ну и вот сейчас мы будем начитывать уже Евангелие от Луки. Считаем. Глава 14 Евангелия от Луки, 1-6 стих. Случилось ему в субботу прийти в дом одного из начальников фарисейских, вкусить хлеба, и они наблюдали за ним. И вот, предстал пред него человек, страждущий водяной болезнью. По сему случаю Иисус спросил законников и фарисеев, позволительно ли врачевать в субботу. Они молчали, и, прикоснувшись, исцелил его и отпустил. При сем сказал им, если у кого из вас осел или вол упадет в колодезь, не тотчас ли вытащить его и в субботу? И не могли отвечать ему на это. Толкование. Господь, хотя знал развращение фарисеев, однако же входил в дом их, входил потому, что заботился о пользе их душ. Ибо они, если желали, могли бы получить себе пользу то от слов его и учения, то от проявления знамений. Господь облегчает неразумие тех, кои намеревались упрекнуть его. Поэтому и спрашивает, позволительно ли лечить в субботу или нет. Не явно ли он позорит их, как безумных? Ибо тогда, как сам Бог благословил субботу, они возбраняют делать добро воную, и таким образом делают ее проклятой. Ибо не благословен тот день, в который не совершает никакого доброго дела. Но они, поняв, к чему клонится вопрос, умолчали. Кто постоянно содержит в мысли, что он пред Богом, и Бог видит его, тот будет грешить сколь можно меньше. Лука 14, 7-11. Замечая же, как званные выбирали первые места, сказал им притчу. Когда ты будешь позван кем на брак, не садись на первое место, чтобы не случился, кто из званых им почетнее тебя. И звавший тебя и его, подойдя, не сказал бы тебе, уступи ему место. И тогда со стыдом должен будешь занять последнее место. Но когда зван будешь, придя, садись на последнее место, чтобы звавший тебя, подойдя, сказал, друг, пересядь выше. Тогда будет тебе честь пред сидящими с тобою. Ибо всякий, возвышающий сам себя, унижен будет, а унижающий себя возвысится. Толкование. И никто не считай учение сим маловажным и недостойным величия Божия. Ибо ты отнюдь не можешь назвать человеколюбивым врачом того, кто лечит подагру и какую ни есть важную болезнь, обещается, а ушиба пальца или зубной боли лечить не берется. Потом, как считать маловажной страсть тщеславия, когда она во всех отношениях беспокоит любящих садиться на передних местах? 1 Коринфянам 14:40. Не о себе только каждый заботься, но каждый и о других. Филиппийцам 2:4. Будет унижен означает то, что кто в мире всем пользуется большой честью, тот жалок и низок пред Богом. Притом, таковой бывает в чести не до конца и не у всех. Но сколько одни уважают его, столько же другие поносят. Может быть и из тех самых, кои уважают его. По природе же всякий человек недостоин возвышения. Поэтому пусть никто не возвышает себя, чтобы не быть униженным до крайности. Лука 14:12-15. Сказал же и позвавшему его, когда делаешь обед или ужин, не зови друзей твоих,
ни братьев твоих, ни родственников твоих, ни соседей богатых, чтобы и они тебя когда не позвали, и не получил ты воздаяние. Но, когда делаешь пир, зови нищих, увечных, хромых, слепых, и блажен будешь, что они не могут воздать тебе, ибо воздастся тебе воскресение праведных». Услышав это, некто из возлежащих с ним сказал ему: «Блажен, кто вкусит хлеба в Царстве Божием». Толкование. На ужине было два разряда возлежащих: звавшие и званые. Господь же прежде обратился с увещанием к званым, научил их спасительному смиренномудрию и предложил им пищу неизысканную, а потом воздает почесть позвавшему его и отплачивает за угощение увещанием, чтобы он не делал угощение из-за какого-нибудь людского благоволения и ожидал тот час воздаяния. Ибо малодушные, приглашая друзей или родных, делают это в видах скорой благодарности, и если не получают оной, то приходят в досаду, а великодушные, терпя до будущей жизни, получают вознаграждение того, кто поистине богат. Ефесянам 2:4-7. Господь, говоря сие, отклоняет нас торговать дружелюбием. А некто, услышав сие и подумав, что Бог почтит и угостит праведников чувственными яствами, сказал: «Блажен, кто вкусит хлеба в Царстве Божием». Вероятно, он не был духовен, чтобы понять, то есть водился человеческими размышлениями. Ибо душевный человек таков, что ничему сверхъестественному не верит и обо всем судит по законам природы. Бывает три состояния в человеке – плотское, душевное и духовное. Плотское – когда кто желает наслаждаться удовольствиями и радоваться, хотя бы это сопряжено было с причинением зла другим. Таковы все любостяжательные. Душевное состояние – когда кто не желает ни вредить, ни вреда получить. Такова жизнь по закону природы, ибо это внушает нам и сама природа. А духовное состояние – когда кто ради добра согласен даже потерпеть вред и оскорбление. Первое состояние – близко к природе. Среднее – сообразно с природой, а третье – выше природы. Всякий, кто мыслит о человеческом и не может понять ничего сверхъестественного, называется душевным. 1 Коринфянам 2:14. Так как он водится душой и духом. Но когда кто водится духом и не живет уже сам, но живет в нем Христос, Галатам 2:20, тот духовен, тот возвысился над природой. Итак, подумавший, что воздаяние святым будет чувственное, был душевен, так как не мог понять ничего сверхъестественного. Лука 14, 16-20. Он же сказал ему: «Один человек сделал большой ужин и звал многих. И когда наступило время ужина, послал раба своего сказать званым: „Идите, ибо уже все готово“. И начали все, как бы сговорившись, извиняться. Первый сказал ему: „Я купил землю, и мне нужно пойти посмотреть ее. Прошу тебя, извини меня“. Другой сказал: „Я купил 5 пар волов и иду испытать их. Прошу тебя, извини меня“. Третий сказал: „Я женился, и потому не могу прийти“. Осия 13.7.8, Лука 15.11.24. Толкование. Ужином названо потому, что Господь пришел в последние времена, и как бы при ужине века. А большим ужином, потому что тайна спасения нашего беспрекословно велика. 1 Тимофея 3.16. И когда наступило время ужина, послал раба своего. Кто этот раб? Сын Божий, который принял образ раба, соделавшись человеком. Филиппийцам 2.7. Как врачи оставляют гнойную и дурную болезнь дотоле, пока она вытащит всю дурную влагу, а потом уже прикладывают и лекарства, так нужно было, чтоб
и грех обнаружил все свойственные ему виды. А потом, чтоб великий врач положил лекарство. Поэтому-то Господь допустил дьяволу исполнить меру злобы, и потом, воплотившись, увращевал всякий вид злобы совершенно святой своей жизнью. Он говорит: «Идите, ибо уже все готово». Ибо Господь всем благовествовал: «Близко Царствие Небесное» Матфея 4,17. «И оно внутри вас» Лука 17,21. «Ибо под теми, из которых один купил землю, а другой 5 пар волов, можно разуметь пристрастных к богатству, а под женившимися – сластолюбца». «Как может сделаться мудрым тот, кто правит плугом» Сираков 38,25. «А под отпадающим из-за жены можно разуметь пристрастного к удовольствиям, который, пристав плоти, союзнице души, и будучи с ней одно, как совокупившийся с ней, не может угодить Богу. Можешь все это разуметь и буквально, ибо мы отпадаем от Бога, как из-за пары волов, так и из-за женитьбы, когда привязываемся к ним. На них тратим всю жизнь, из-за них трудимся даже до крови. А божественного ничего, ни мысли, ни изречения, ни помыслим и не исследуем». Лука 14, 21-24. «И возвратившись, раб тот донес о сем господину своему. Тогда, разгневавшись, хозяин дома сказал рабу своему: „Пойди скорее по улицам и переулкам города и приведи сюда нищих, увечных, хромых и слепых“. И сказал раб: „Господин, исполнено, как приказал ты, и еще есть место“. Господин сказал рабу: „Пойди по дорогам и изгородям, и убеди прийти, чтобы наполнился дом мой. Ибо сказываю вам, что никто из тех званых не вкусит моего ужина, ибо много званых, но мало избранных“. Толкование. Находящихся на дорогах и переулках можно разуметь язычников. Израильтяне были внутри города, так как они приняли законоположение и наследовали городской образ жизни. А язычники, будучи чужды заветов и отчуждены законоположения Христова, и не будучи согражданами святых, Колоссянам 1, 21 и 12, Ефесянам 2, 12 и 3, проводили жизнь не на одной дороге, но на многих дорогах беззакония и невежества. И в изгородях, то есть в грехах, ибо грех есть большая изгородь и следостение, отделяющее нас от Бога. Исайя 59.2. Словом, на дорогах намекается на скотоподобную и разделенную на многие мнения жизнь язычников. А словом, в переулках указывается на жизнь их во грехах. Не просто повелевает позвать сих, находящихся по дорогам и по изгородям, но понудить, хотя вера есть дело произвола каждого. «Для того, — сказал он, — понуди, чтобы мы познали, что уверование язычников, находившихся в глубоком неведении, есть знамение великой силы Божией. Ибо если бы немного было силы у проповедуемого, и невелика была истина учения, то как люди, служащие идолам и совершающие постыдные дела, могли бы убедиться, вдруг познать истинного Бога и совершать духовную жизнь? Желая указать на чудность всего обращения, и назвал оное понуждением. Как бы кто сказал: язычники и не желали оставить идолов и чувственных наслаждений, однако же истинной проповеди принуждены были оставить их. На многих он посылает болезни и бедствия, и через то невольно заставляет отказаться от такой жизни. По судьбам, по каким сам знает, и приводит их на свою вечерю, вечерю обращая побуждение для них на видение бедствий. Притча научает нас подавать лучше нищим и увечным, чем богатым. Мы должны быть так усердны и щедры на принятие братьев меньших, что должны убеждать их к участию в наших благах, и тогда, когда они не желают. В этом для учителей сильное внушение, чтобы они наставляли учеников своих должному и тогда, когда сии не желают».
Лука 14:25. «С ним шло множество народа, и он, обратившись, сказал им, «Если кто приходит ко мне и не возненавидит отца своего, и матери, и жены, и детей, и братьев, и сестер, а при том и самой жизни своей, тот не может быть моим учеником. И кто не несет креста своего и идет за мною, не может быть моим учеником». Толкование. Человеколюбец не бесчеловечий учит, не самоубийство внушает, но хочет, чтобы искренний его ученик ненавидел своих родных тогда, когда они препятствуют ему в деле благопочитания, и когда он при отношении к ним находит затруднение в совершении добра. Напротив, когда они не препятствуют всему, он учит даже почитать их до последнего издыхания. Он повиновался Иосифу, Лука 2:51, несмотря на то, что сей не был отцом его в собственном смысле, но мнимым. И о матери своей он всегда имел большое попечение, так что и вися на кресте, он не забыл ее, но поручил возлюбленному ученику своему. Иоанна 19:26-27. Он заповедует нам ненавидеть родителей тогда, когда они угрожают опасностью богопочтению. Ибо тогда они уже не родители, не родные, когда противодействуют нам в столь полезном деле. Утверждаемое нами видно и из того, что заповедуется ненавидеть душу свою. Ибо этой заповедью, без сомнения, повелевается не убивать себя, но оставлять душевные пожелания, отлучающие нас от Бога, и не заботиться о душе жизни. Если предстоять будет мучение, лишь бы предлежало вечное приобретение. Он не предавал себя иудеям каждый раз, но удалялся и, проходя посреди их, укрывался от убийц. Лука 4:30. Итак, кому родные вредят в деле богопочтения, и он, однако же, с удовольствием продолжает расположение к ним, ставит он и выше благоугождения Богу, а иногда, из любви к жизни, в случае угрозы мучения, склоняется к отречению от веры, тот не может быть учеником Христовым. Лука 14:28-30. Ибо кто из вас, желая построить башню, не сядет прежде и не вычислит издержек, имеет ли он, что нужно для совершения ее, дабы когда положит основание и не возможно совершить, все видящие не стали смеяться над ним, говоря, «Этот человек начал строить и не мог окончить». Толкование. Притча о башне Господь научает нас, чтобы мы, однажды решившись следовать за ним, сохранили себе самое намерение и не полагали одного только основания, то есть следовать начали бы, а до конца не последовали, как не имеющие достаточного приготовления и усердия. Таковы были те, о коих евангелист Иоанн говорит. Многие из учеников его отошли от него. Иоанна 6:66. И всякий человек, решившийся творить добродетель, но не достигший до божественного знания, поскольку начал добродетель несовершенно и неразумно, строить несовершенно, так как не может достигнуть башни высокого знания. Почему и бывает посмешищем смотрящих на него людей и бесов? И иначе, под основанием можешь разуметь слово «учительское», ибо слово «учителя», рассуждающее, например, о воздержании, брошенное на душу ученика, подобно основанию. На этом слове, как на основании, нужно и построение, то есть совершение дел, чтобы башня, то есть добродетель, который мы вознамерились творить, была окончена у нас и притом была крепка пред лицом неприятеля. А что слово есть основание, а дело построение, всему довольно научает нас апостол, когда говорит «Я положил основание Иисуса Христа, а другой строит» 1 Коринфянам 3:10. Комментарий Игнатия Лапкина. Там, где нет слова учителя, священника, там просто толпа прихожан. Прохожан. Прохожан. Это всегдашнее состояние России, и особенно перед революцией. Слово Божие не проповедовалось почти нигде, разве только у сектантов,
которых православная церковь безжалостно истребляла и притесняла. У народа не было основания истинной веры, и здание «Святой» в кавычках Руси строилось на песке. Этого-то уж не могут отрицать даже самые ярые монархисты и черносотенцы. В один миг рухнул такой колосс на глиняных ногах. На проверку оказалось... На поверку оказалось, что никакой веры в народе нет, а есть только вожделение сытого желудка. С такой легкостью народ бросился грабить вчерашние монастыри и храмы и убивать священников. Сегодняшнее состояние православной церкви нисколько не лучше, потому что Евангелие не проповедуется. И чтобы убедиться в том, что пастыри не просто наемники, а совершенно чужие люди, не имеющие в себе духа евангельского, любому из них предложите начать трудиться в незнакомом месте, имея в руках только Слово Божие, Библию. То есть, начать трудиться так, как трудились апостолы. Апостолы ходили не в подрясниках с особыми широкими цыганскими рукавами, не в клобуках. Посланники Христа ничем не отличались от тех, кому проповедовали. Их узнавали только по проповеди, только потому, что они были с Иисусом. Деяния 4.13. Видя смелость Петра и Иоанна и приметив, что они люди не книжные и простые, они удивлялись. Между тем узнавали их, что они были с Иисусом. Кому это определение подходит сегодня? Народ может узнавать их потому, что видели батюшку по телевизору, видели в храме в рясе. Но узнавать, что он был с Иисусом, можно только по проповеди Слова Божия. А этим не занимается ни патриарх, ни синод. А значит, то, что называется православием, стоит не на прочном фундаменте и должно рухнуть окончательно. Под основанием можешь разуметь слово «учительское». Лука 14.31.35. Или какой царь, идя на войну против другого царя, не сядет и не посоветуется прежде? Силен ли он с 10 тысячами противостать идущему на него с 20 тысячами? Иначе, пока тот еще далеко, он пошлет к нему посольство просить о мире. Так всякий из вас, кто не отрешится от всего, что имеет, не может быть моим учеником. Соль – добрая вещь, но если соль потеряет силу, чем исправить ее? Ни в землю, ни в навоз не годится, вон выбрасывают ее. Кто имеет уши слышать, да слышит. Толкование. И эта притча научает нас не раздвояться душой, не пригвождаться к плоти и прилепляться к Богу. Но если имеем намерение вести войну против лукавых сил, наступать на них, как на врагов, и самим делом противоборствовать им. Если он намерен восстать против греха, должен воевать против него всей душой, ибо войны его сильны и страшны. И кажутся больше многочисленнее нас, поскольку войны греха – суть бесы, которые против наших 10 тысяч направляют, по-видимому, 20-тысячное число. Они же, будучи бестелесны и состязаясь с нами, живущими в теле, имеют, по-видимому, большую силу. Однако же мы можем бороться против них, хотя они кажутся и сильнее нас, ибо сказано: «С Богом мы окажем силу» Псалом 59.14. «И Господь, свет мой и спасение мое, кого мне бояться? Если ополчится против меня полк, не убоится сердце мое» Псалом 26.1.3. При том же Бог, воплотившийся ради нас, дал нам власть наступать на всю силу вражью. Лука 10.19, 2 Коринфянам 10.3.4. Хотя по причине телесности мы составляем, по-видимому, 10 тысяч против их 20 тысяч, по причине бестелесной их природы, однако же мы должны говорить: «Господь Бог, сила моя». Аввакум 3.19. И никогда не должны примириться с грехом, то есть порабощаться страстям, но с особенной силой противостоять им. И должны возыметь непримиримую ненависть к ним, не желая ничего страстного в мире, но оставляя все. Ибо тот не может быть Христовым учеником, кто оставляет не все,
но имеет расположение к чему-нибудь в мире души вредному. Ученик Христов должен быть солью, то есть должен быть не только сам в себе добр и не причастен злобе, но и другим сообщать доброту. Ибо такова соль, она, сама оставаясь неповрежденной и свободной от гниения, предохраняет от гниения и другое, чему передает это свойство. Но если соль потеряет свою природную силу, она не бывает ни на что полезна, не годится ни в землю, ни в навоз. Слова сии имеют такой смысл. Я желаю, чтобы всякий христианин был полезен и силен назидать. Не только тот, кому верено дарование учительства, каковы были апостолы, учители и пастыри, но я требую, чтобы и сами миряне были плодоносны и полезны для ближних. Если же имеющий служить на пользу другим сам будет негоден и выйдет из состояния приличного христианину, то он не в состоянии будет ни принести пользы, ни получить пользы. Ни в землю сказано, ни в навоз не годится. Словом «земля» делается намек на получение пользы, а словом «навоз» — «гной» — на доставление пользы. Поэтому, как не служащий на пользу, не получающий пользы, он должен быть отвергнут и выброшен вон. Слово ваше да будет всегда с благодатью, приправлено солью, Колоссянам 4:6. Комментарий Игнатия Лапкина. Первые христиане заботились только об одном — о том, чтобы слово Иисуса проповедовать погибающему миру. Деяния 8:4. Между тем рассеявшиеся ходили и благовествовали слово. Деяния 4:29. И ныне, Господи, воззри на угрозы их, и дай рабам Твоим со всей смелостью говорить слово Твое. В Первоапостольской церкви, как говорит история, были написаны даже особые правила, закрепляющие права мирян на всестороннюю проповедь. Эти правила апостола Павла были записаны в кормчий всегда, но потом были выброшены церковниками. Еще в Иосифовской кормчий они есть, кавычки открыто. Учитель, если и мирской человек, будет, но искусен же в слове учения и нравом чист, таковой да учит, ибо написано, вы все научены будут Богом. Правило 15 апостола Павла. Кормщие с оригинала патриарха Иосифа, лист 26 на обороте. Я сам все считал, книги такие были у меня. Материал. Запрет мирянам на проповедь обескровил церковь. Ссылается на 6 Вселенский собор, правило 64, кавычки открыты. Не подобает мирянину пред народом произносить слово или учить, и таким образом брать на себя учительское достоинство, но повиноваться преданному от Господа чину, отверзать ухо приявшим благодать учительского слова и от них получаться божественному. Если кто усмотрен будет нарушающим настоящее правило, на 40 дней да будет отлучен от общения церковного. Толкование патриарха Вальсамона, 12 век, Зонары, Аристина, хотя и прикровенно, но поясняет, что это правило касается научения в церковном собрании, в присутствии епископа. Только в III веке намечается тенденция усвоить учительство в церковном собрании исключительно епископом и отстранить от него учителей там, где они еще удержались. Из этой эпохи известен конфликт между Оригеном и его епископом Димитрием Александрийским. Проповедь Оригена в церкви по просьбе двух палестинских епископов Александра Иерусалимского и Феоктиста Кесарийского вызвала энергичный протест со стороны Димитрия. В своем письме к Димитрию палестинские епископы оправдывали поступок Оригена, а также и свою просьбу к нему о проповеди в церкви, кавычки открыты. Ты еще прибавляешь в своем письме, что никогда не слышно, да и теперь необычай, чтобы в присутствии епископов проповедовали. Не понимаем, как можешь ты так говорить неправду. Святые епископы, как скоро находили людей, способных принести братьям пользу, то приглашали их проповедовать народу. Кавычки закрыты. Епископы между собой.
не раз высказывалось, что этот случай из жизни Оригена свидетельствует о том, что учительство было доступно простым верным в Древней Церкви. Димитрий нисколько не запрещал учительство Оригену в школе его. Но, с точки зрения Димитрия, учительство в Церкви было исключительной принадлежностью иерархического служения. Ориген ставил служение учителей выше всякого иного служения. В то время далеко не все пресвитеры имели право проповеди в церкви, но только епископы. Кавычки открыты. Заметь, из настоящего правила говорит Вальсамон, что право учить народ дано одним епископам. Вот об этом-то и говорит в данном месте Феофилакт. Православные, слышите ли вы это? Или Феофилакт баптистом стал? Кавычки открыты. Я желаю, чтобы всякий христианин был полезен и сильно назидать не только тот, кому вверено дарование учительства, каковы были апостолы, учители и пастыри, но я требую, чтобы и сами миряне были плодоносны и полезны для ближних. Лука 15:1-10. Приближались к нему все мытари и грешники слушать его. Фарисеи же и книжники роптали, говоря: «Он принимает грешников и ест с ними». Но он сказал им следующую притчу. «Кто из вас, имея 100 овец и потеряв одну из них, не оставит 99 в пустыне и не пойдет за пропавшую, пока не найдет ее? А найдя, возьмет ее на плечи свои с радостью, и, придя домой, созовет друзей и соседей и скажет им: «Порадуйтесь со мною, я нашел мою пропавшую овцу». Сказываю вам, что так на небесах более радости будет об одном грешнике кающемся, нежели о 99 праведниках, не имеющих нужды в покаянии. Или какая женщина, имея 10 драхм, если потеряет одну драхму, не зажжет свечи и не станет мести комнату и искать тщательно, пока не найдет, а найдя, созовет подруг и соседок и скажет: «Порадуйтесь со мною, я нашла потерянную драхму». Так, говорю вам, бывает радость у ангелов Божиих и об одном грешнике кающемся. Толкование. Все, да-да, толкование. Ибо если об одной овце, неразумной и не созданной по образу Божию, когда ее найдут после потери, бывает столько радости, то сколько же более должно быть радости о человеке разумном, сотворенном по образу Божию? Притча, очевидно, по 99 овцами разумеет праведников, а под одной овцой падшего грешника. Некоторые же под сотней овец разумеют все разумные твари, а под одной овцой человека разумной природы, которую, когда она заблудилась, взыскал добрый пастырь, оставив 99 в пустыне, то есть в вышнем небесном месте. Ибо небо, отдаленное от мирского треволнения и исполненное всякого мира и тишины, есть пустыня. Господь, найдя эту погибшую овцу, положил ее на свои плечи. Ибо Он понес наши болезни и грехи, Исайя 53:4. И не тяготясь, взял на себя все наши бремена. Он уплатил все, что мы должны были, и удобно, без труда спас нас и довел до самого дома, то есть до неба. И созовет друзей и соседей, может быть, ангелов, которых мы разумели и под овцами в двояком отношении. И под женщины разумеет премудрость и силу Бога и Отца, Его Сына, который потерял одну драхму из словесных и по образу Его созданных тварей, то есть человека. И дом выметен, то есть весь мир очистился от греха, ибо Христос взял грех мира на себя. И драхма, то есть царское изображение, нашлась, и настала радость как для самого Христа, нашедшего ее, так и для горних сил, которые суть подруги его и соседки. Подруга, поскольку творят его волю, соседки, поскольку бестелесны. Все.